О-о-о, мои руки шевелятся, сжимаются, крутятся. О-о-о, я попал, о, здорово, жестянка. О, я такой рычаг только в казино видел. Фиби, чё это за пипи? Туалет, что ли, хочешь? Hello, human. О, ночная смена. Ну ладно, давай пока. Да будет сметь. Кажется, я новую игруху нашел. Кассетка, впихнись-ка в компьютер. Чё-то не впихивается. А в рот? В рот тоже не берет, скотина! А ну зажуй кассету, а то я тебя сейчас вырублю ей! Офис Worker. О, может сюда? Не. Долбаные головоломки. А, погодь, может ее перевернуть надо. Во. А нет, тоже не хватит. О! Well done! Потрясем руками! О! А! Да это же диджейский пульт! Слышь, смотри! Дешманский дрифт, китайский кач. Качает, ага, качает. Пускай волну, делай как я, вот так, я ж забыл, у тебя рук нету консерва. Знаешь, что не хватает? Бочки не хватает, сейчас мы ее добавим. Так, вступление. И бочка, пошла бочка. Тух. Тухленькая немножечко бочка. Для консерв пойдет. Это бочка. Сейчас бочка играет. Подожди. Сейчас минус пойдет. Давай. Во! Да я чтоб меня диджей! Thank you, human! Кофеечек, чтоб лишить цепочек. О, здорово, босс, да. Да, привет. Сейчас я кофе бомбану. Ваше здоровье. С детства мучает вопрос, что же будет, если я запихаю в принтер кружку. Сейчас попробуем. Прямо на глазах у босса. Прикинь, принтер волшебный, он мне кружку распечатал, у меня принтер клонировать умеет, ты прикинь. Так, а ну-ка, есть и две кружечки, да я сейчас бизнес намучу на кружках, кружковый магнат, ёкарный. Фуфло, жёванный принтер по одной кружке печатает. Все, сектор клин, я убрался. О, сколько у меня в мусорке интересного-то есть, смотри-ка, самолетик. Лети, самолет! Hey, what the... Вот так, здорово! Держи сувенирочку! Настало мое время, пришло время поработать! О, это все мне! Мне одному, что ли? Пончики, как я обожаю пончики! Так, это все мне! Спасибо, босс! Ты же не будешь, да? Я же тебя правильно понял, так? Ну все! Катите телегу следующим, я закончил. Все, проваливайте. Кофе, пончики, да что ж, сегодня за благополучный день, как будто связы сошлись. Чумачечи просто. Так. Слышь, мне тут еще пончиков подкинули. Это не мое, слышь, это не мое, я вообще не в курсе. Мне подкинули. Ну, если подкинули, то я себе заберу, как бы я не прочь. Так, стоп. О, башенка получилась, все. Улики исчерпаны. Надеюсь, больше постав не будет. Да фак! Какого? Как вообще это возможно? Это что за бездонная коробка? Ты посмотри, пончики! Что это за издевательство? Могли бы хоть что-нибудь другое подкинуть. Ладно, я свою башенку хоть дострою. Ай, да ну нафиг. Надо позаботиться о своих коллегах. Так. Во. Да. Все, работает. Я молодец. Югу. Сейчас, надо еще кофейку обязательно своим товарищам передать. А то им еще кофе наливать. А тут хобана и кофе с пончиками. Или там пончики с кофе. Вот так вот. Все. Next, please. Какого? Кто это мне налепил? Password, lol. Эй, Бенджамин, Бенедикт. Или как там тебя? Слышь, алло. Да, ты. Это ты свой пароль тут мне оставил. Забери его. С кем приходится работать? Зажужжало. Алло. Чё? А? Бенедикт, ответь. Там тебя, походу. Пищавый голос какой. Бенедикт. Howdy, neighbor. Так, запрещенные сайты, значит, вот этот вот. О, бесплатно распечатать. Не понял.
Я что, с сайта кружку распечатал? А можно мне еще одну? О май гад, до чего прогресс дошел! Больше кружек! Кружки всем! Гуляй, рванина! Да ладно вам, чего вы такие зануды, держите пончики! Все за мой счет! Ха, здорово, усач! Это твои усилия, ты их наклеил! А что там еще у нас за сайте есть? Запрещенный сайт и 360. Да, закручу, заверчу, спиннер сейчас себе куплю. Только с раскрасом соображу, что там себе напечатать-то. Спиннер! Я никогда не держал в руках спиннер. О, оно и видно. Рука жоп, блин. Так, что делать? Да чтоб его! Что делать-то? Крутить надо, да, вроде? Вот так, потихонечку, как пенсия, крутим его. Давай раскручивайся, крутись! Чё-то какой-то спиннерист из меня никакой вообще выходит. Спиннерист, боже мой. О, крутанул! Смотрите все, я кручу спиннер, еху, вот так вот могу даже перекидывать. Шалтай-болтай, ёкарный. А ну-ка, распилю пончик, нет? Блин, сейчас надо раскрутить по-новому. Походу, пончик оказался жирненьким. И нет. Плохой спиннер, плохой. Так, надо два сделать. Давай, шайтан-машина, делай спиннеры. Блин, как она это делает? Откуда там это все появляется, а? А ну-ка, хочу себе третью руку. И... Офигеть! Рука, это же моя рука! Больше рук! Я захвачу этот мир своими руками! Блин, две левых получилось. И как мне теперь захватывать мир левыми руками? Эй, консервы, держите руки. Вата? Вата? Чё ты вату крутишь? Я тебе руки подарил. Мог бы спасибо сказать. Ладно, печатаю еще. Слушай, так ими же можно и в зубах поковыряться, и в носу, и фейспелм замутить. Вот так. Так, на чем я там остановился? Спиннеры? Де... Какого? Что за... Магия! Магия или это... Мне кофе в череп дало! И надо меньше кофе пить. Мы улетаем далеко, мы словно в космосе. Ого! Блин, вот это меня вштырило. Усач! Усач! Алло! Фейспалм! Эй, болтух, тихо, дай очки померить, а? Опа, спасибульки. Ха, мне идет, да? Опа, пончики, хочешь пончик? На, попробуй, вкусненький. Очень вкусный. Сорян, чувак. Видать, прозрочка попалась. Караськи, буль-буль, на море я хочу, чтоб его, блин, а я на этой работе, долбанный, пашу. Знаете, что я на вашу работу? Я на вашу работу вот так вот. Вашу работу я вот так вот. Понятно вам? Вот что я хотел с ней делать. Обед, время обеда. Отстань, не видишь, я обедаю. Вообще ты босс, одень очки. Вот, а так-то лучше. Так, все, не мешай мне. Бабосики, это мне, серьезно, босс. Спасибо, вы так щедры. Так, надо срочно их клонировать. Бабки, клонируй бабки. Бабло, я буду богат. Ну, быстро. Какого? Защита от фальшивомонетчиков. Жеванные деньги. Так, а ну-ка дай-ка попробуй, может прокатить все-таки. Чё ты пищишь? Верни мне деньги. Хоть и фальшивые, но верни. Это мои деньги. А ну выплюнь. Хавальник, блин. Ладно, на нормальную купюру. Так, чё купить-то? Бублик или шавуху? Шавуху, конечно. Ей больше наемся. Шавухочка. Бабла нет, надо срочно шавуху клонировать. Чё тебе надо от меня, отстань. А, шоколадку купить. Ну, в принципе, за твой счет я не прочь. Чё там тебе, батончик с орехом, да? Нац. Слышь, машина, шайтан, а ну отдай мне шоколадку. О, ну все, дружище, я купил тебе шоколадос. Сейчас попробую. Нормально, нормальный шоколад, зачетный. Thanks, coworker. Не стоит благодарности. Фу, как мне плохо.
Чё-то я слишком много сегодня блевал, надо съесть шоколадку.